краю грандиозного скандала. Они ни одной игры не выиграли, а вы все на что-то надеетесь. Ваш новый главный тренер. Кисляк Андрей Викторович. Он таксист, он не хоккеист. Он меня вчера на игру подвозил. Андрей, ты хороший тренер, человек неплохой. Мы за него ручаемся. Это твой последний шанс. Ты игрок, я тренер, по-другому не будет. Я вообще не было мало хорошего в последнее время. А потом я встретил тебя. А что у вас, Лиза? В каком смысле? Лиза моя девушка. Ты туалет мне хорошо. Он мой парень. Это ты так думаешь? Пошел в политех учиться. Так учись. Билет номер 18. 18-й. Клюшку в кладовку. Коньки на гвоздь. Хоккей для тебя закончен. Настоящая команда. Это не 20. Я. Одно большое мы. Мы будем в плей-офф. Все, что у вас есть, это момент. Пока цифра на табло находится в движении, вы можете все. Ну что, пошла вода горячая.